Ежегодно в весенний период на дорогах образуются глубокие ямы, даже там, где недавно был проведен ремонт. Арбитражный суд Чувашии обязал одного из подрядчиков провести гарантийный ремонт своих участков. Компания «Водорстрой» ремонтировала городские дороги с 2017 по 2019 годы. На их счету 28 гарантийных участков. На дорогах по улицам Фучика, Николаева, Энтузиастов и Московскому проспекту уже появились ямы и выбоины. По условиям контракта подрядчик должен самостоятельно устранять недостатки в течение 5 лет после момента ремонта. С января месяца прошлого года написано достаточно много обращений, более 6 обращений подрядной организации. Никаких реакций на устранение дефектов нету. Значит, в июле 2020 года мы были вынуждены обратиться в суд об обязании подрядной организации выполнить гарантийный ремонт. До февраля 2021 года были судебные разбирательства. В марте мы получили исполнительный лист. И сейчас этот исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для обязания подрядной организации, значит, выполнить гарантийный ремонт. Причины дефектов покрытия – нарушение нормативов укладки асфальта. Работу необходимо проводить только в сухую погоду, однако щебень укладывали в дождь. Это не ГОСТовский асфальт. Такой асфальт, литой асфальт применяется только для временного, как временная пломба. Да, чтобы аварий не было. А уже в гарантийном паспорте они должны устранить тем асфальтом, который написан в гарантийном паспорте. Эти большие ямы должны залатать литым асфальтом для обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. А уже в период межсезонья, в летний период, они должны применять горячий асфальтобетон, который применялся при ремонте, ну, в основном ремонте. За невыполнение условий контракта «Водорстрой» оштрафовали на 210 тысяч рублей. Кроме того, он обязан в ближайшее время за свой счет устранить все недостатки на гарантийных участках. Ольга Семенова, Александр Атиков, Республика.